Господь, и чтобы мы почувствовали всю любовь нашего Отца, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Пускай эта песня, сейчас она звучит, и если кто-то находится в парении, эти слова для тебя сегодня. Эти слова для тебя возьми сегодня как молитву. Все могу укрепляющий меня в Иисусе Христе, потому что однажды мне эта песня очень сильно помогла. Очень сильно помогла. Я был в таком состоянии, очень расслабленном, духовном состоянии. И я включил просто эту песню. Когда там прозвучали слова, Иисус заговорил со мной и сказал: «Я с тобой. Не расслабляйся. Увидишь славу мою. Только верь, что ты все можешь укрепляющий в тебя Иисусе Христе». Я сказал: «Да, Господь, почему нет? Почему нет?» И в одну секунду моя жизнь изменилась. В одну секунду моя жизнь изменилась. И я стал думать совсем по-другому. Аллилуйя. Если кто-то сегодня в парении, если у кого-то сегодня кто-то проходит трудные времена, возьмите эти слова для себя. Потому что не только эта песня, но и Писание нас так же учит. Аллилуйя. Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я верю, я устаю, не убоюсь, я состоюсь. Я берегу, я устаю, не убоюсь, я состою. Я все могу, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я все могу, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аллилуйя, пусть эти слова сегодня звучат в сердце каждого из нас. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И очи мои горам, потому что откуда придет помощь моя? Аллилуйя! Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я приведу, я устаю, не убоюсь, я состою. Я приведу, я устаю, не убоюсь, я состою. Я все могу, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я все могу, я все могу. Как жалко, что мы редко об этом вспоминаем, Господь, но это истина, Господь, которую ты дал детям твоим, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я верю, я устаю, не убоюсь, я состоюсь. Я верю, я устаю, не убоюсь, я состоюсь. Я все могу, я все могу. Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я все могу, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я все могу, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аллилуйя, аллилуйя. И я думаю, было время, когда царь Давид
он выходил, и он наблюдал эти рассветы пустыни израильской. И он направлял свои очи, когда ему было трудно, к горам. И на сердце у него родились такие слова, что «Очи мои горам, оттуда придет помощь моя». И Бытие что нам говорит? Вначале сотворил Бог небо и землю. Значит, вначале наш взор должен быть на небо направлен, откуда спасение наше. Аллилуйя!